Праздник со вкусом клубники. Аромат этой ягоды звучал лейтмотивом на празднике во Фряново. В день рождения поселения в парке настоящее ассорти из развлечений для самых маленьких и отдыха для взрослых. Для жителей Фряново приготовили не только традиционную культурную программу, различные активности, но и сладкие подарки. Компания «Ягодная долина», которая расположена совсем недалеко, выращивает потрясающе вкусную клубнику. И варенье, и саму ягоду, и другие вкусные продукты из нее можно было попробовать. Порадовать жителей спелой ягоды руководство и сотрудники компании решили неспроста. Это, что называется, пробный шар. У «Ягодной долины» перспективы серьезные. Выращивать ягоды на земле в соседнем Еремино планируют круглый год. Пока активно занялись клубникой. И чтобы жители знали, что за ягодку будут приобретать, решили презентовать ее на фестивале «Моя усадьба». Это название и бренда компании. Сегодня будем угощать вареньем, компотом, свежей ягодой. Также у нас будет ягода в виде пирожков с начинкой из клубники. То есть можно будет попробовать все. Фестиваль – это, ну, как, наверное, органическое продолжение, что ли, нашего проекта. Потому что если мы живем здесь и работаем здесь, то мы должны быть социально активными гражданами. И вот для жителей нашего поселка и окружающих его деревень мы придумали совместно с музеем «Фряновская усадьба» ягодный фестиваль. От угощения к зрелищам и активному отдыху. На сцене музыка, на площадках различные развлечения, аквагрим для детей, катание на лошадях, мастер-классы по рукоделию, батуты и, конечно же, конкурсы. Неотъемлемая часть любого праздника. А раз фестиваль ягод, то куда ж без варенья? Кто вкуснее варит, определить это дело не из легких. Тут решает выбор вкуса жюри. Если выбирать из всех, это вот это. Мне понравилось больше всего, потому что здесь есть добавка. Культура всегда готова к экспериментам, и любое желание для нас становится интересным форматом для проведения мероприятий. Учитывая, что на территории городского округа Щелково находится такое уникальное предприятие, как «Ягодная долина», и я уверена, что нет сейчас в Подмосковье жителей, которые не пробовали эту ягоду, но вот прям нельзя было обойтись без фестиваля. Поэтому прекрасное место – усадьба Фряново, благодатная земля Фряновская, ягодная долина по соседству в деревне Еремино. Поэтому вот все это превратилось в один большой фестиваль, который будет продолжаться из года в год. В этом году мы попробовали, убедились, что населению понравилось, и уверена, что будем идти дальше и дальше развиваться. Фряновцы провели этот день с удовольствием в любимом поселении, где сейчас активно ведется благоустройство парка. Для тех, кто любит спорт, здесь уже построена площадка для активных игр, чему местная ребятня, безусловно, рада. Я живу здесь, потому что мне нравится, что тут рядом лес. Атмосфера, не так много машин, но и, в принципе, тут, можно сказать, свежий воздух. Также у нас есть достопримечательности, допустим, это парк, музей свой, который построен уже очень давно. У нас есть церковь, и вообще тут такое место, в котором можно как и на даче жить, как и просто жить для развлекательности. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.